инстанции приговорил. Следователю Сергею Алексеевичу признать виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктом В, части 5, статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки, то есть в размере 1 миллиона 950 тысяч рублей, с лишением права занимать должность на государственной службе в органах местного самоуправления, предусматривающей выполнение распорядительных административно-хозяйственных функций на срок 5 лет. На основании статьи 48 Уголовного кодекса Российской Федерации лишить изуительного классного чина старший советник юстиции в соответствии с статьями 104.1 и 104.2 Уголовного кодекса Российской Федерации конфисковать изуительную денежную сумму соответствующую размеру полученной взятки 650 тысяч рублей, обратив данные денежные средства в собственность государства. Меру пресечения изуть изменить за домашний арест на заключение под стражу содержания в ФКУ СИЗО 1 УСИН России Петровской области, изуть его под стражу за